мы принимаем меры для того, чтобы ликвидировать последствия этого большого дождя, потому что есть ущерб, который был причинен жителям города Благовещенска, ущерб был причинен социальным объектам города Благовещенска, учреждениям, предприятиям, поэтому на сегодняшний день этот ущерб уже установлен. Мероприятия по восстановлению и ремонту социальных объектов, они все проводятся в полном режиме, деньги выделены из нашего муниципального бюджета. Это касается детских садов, школ. И на сегодняшний день главное внимание уделяется работе с населением. Комиссия объезжает жителей, которые написали заявление о том, что на территорию их дома заходила вода. На сегодняшний день установлено уже 66 таких домовладений. Все выходные комиссия также будет работать. Работала в жестком режиме комиссия по чрезвычайным ситуациям города, на которую приглашались все специалисты, приглашались люди, учреждения, организации. Мы следили за состоянием и качеством воды. Мы смотрели за состоянием энергообеспечения на территории города. В связи с тем, что мы ждем еще небольшое поднятие воды в реках, посмотрим, что большие дожди в Зее и в Амуре. Сейчас приняты меры дополнительные для того, чтобы предупредить возможные последствия и в этом случае. В связи с тем, что на сегодняшний день главная проблема остается – это грунтовые воды, приняты дополнительные решения на КЧС. И сегодня мы приобретаем еще 50 мотопомп, которые будем использовать в работе в наших социальных объектах. Ситуация сегодня на контроле и областного правительства. С кем мы вместе взаимодействуем?